Евгений Коровин интересуется, почему в Воронеже отказываются ставить памятник музыканту Юрию Клинских. Угу. Я слышала про эту историю. Ко мне не обращались. Угу. Скажу сразу. В департамент культуры не приходили. Вы знаете, у меня есть четкая абсолютно позиция по данному вопросу. С одной стороны, почему нет? Я, честно говоря, я абсолютно не против. Это исполнитель, который нравится, ну, большому, достаточно большому количеству людей, которые приезжают, он родился, они приезжают на могилу. То есть это часть истории города Воронежа. Но, опять же, мы говорим про инициативу. Нужен памятник или нужна какая-то история, напоминающая Хоя? Давайте говорить уже как-то тогда конкретно. Я знаю, что в городе Воронеже вот из руководства не конкретно против чего-то. Давайте инициативу. Мы должны понимать, за счет каких средств. Мы должны понимать в вашем предложении, где бы вы хотели установить некий памятный знак. То есть как это должно быть? Давайте говорить на эту тему, но сразу хочу сказать, это полная компетенция коллег из города Воронежа, потому что есть комиссия по объектам культурного наследия, там очень уважаемые люди, которым нужно будет рассказать, о чем мы всегда говорим, донести и объяснить, что есть группа людей, которым дорог этот исполнитель. Ну, знаете, со своей стороны, я категорически против какого-то хаоса в этом направлении. Можно говорить, мы там поставили памятник, там поставили, там. Это тоже история, за которой нужно следить. Не может быть по желанию каждого человека где-то какое-то памятное место. Для этого есть комиссия по культурному наследию, которая принимает определенные решения, которая говорит о том, что, может быть, это преждевременно, давайте сделаем чуть попозже, потому что у нас есть более другие приоритеты. А если вы говорите о том, что давайте мы нашли средства, мы уже практически знаем, кто изготовит этот монумент или что это себя будет представлять, просто, и мы даже нашли место, и мы согласовали, это вообще другая история. Понимаете? А есть просто желание – это одна история. Есть проработанное желание – это другая история. А так, в принципе, давайте я проговорю с управлением культуры города. Мы в очень хороших дружеских отношениях, всегда друг другу идем навстречу. Давайте еще раз проработаем этот вопрос и посмотрим, что можно сделать. Я сказал, архитектор, скульптор, конечно же, действует.